театре оперы и балета состоялся областной конкурс фольклорных коллективов. Его традиционно проводит Министерство образования и науки Челябинской области совместно с Домом учащейся молодежи «Магнит». На этот раз он собрал более 20 участников как коллективов, так и сольных исполнителей, которые боролись за звание лучших в 6 номинациях. Сегодня различные фольклорные направления вновь становятся популярными. Однако найти в наше время действительно аутентичное искусство далеко не просто. Коллектив «Купала» в начале своего выступления представил почти забытый, однако довольно интересный музыкальный жанр. Это один из так называемых «щедриков» – традиционных песен, которые исполняли наши предки накануне Рождества. Собирались в одном доме, они выбирали какого-то главного представителя, назывался он Механоша. И в этот мешок, который несла Механоша, собирались все пожертвования, все подарки. И в благодарность за угощение колядовщики пели песни, вот эти щедрики или колядки. На сцене проходили конкурсные выступления, в фойе разместилась выставка народных ремесел. Среди поделок вот такие куклы. Их набивали различными травами, аромат которых помогает при головных болях. Изготавливали наши предки и вот таких коней. Кони, они символизируют мужскую силу. Если в доме находится конь, то значит мужчина, как правило, приносит в семью достаток, удачу. Победители этого форума смогут проявить себя на всероссийском уровне в конкурсе «Псковские жемчужины». Победители вот этого конкурса получат путевку для участия в этом конкурсе, который проводится ежегодно в Пушкинских горах, победители и призеры которого являются грантополучателями гранта президента. Александр Бондаренко, Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВ-Ин.